Дмитрий Песков объяснил, что существование журнала «Чарли Эбдо» в России невозможно. Существование такого журнала в нашей стране абсолютно невозможно, в том числе и с учетом действующего законодательства. «Россия отчасти тоже мусульманская страна», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что недопустимо оскорблять чувства верующих и убивать людей. Так он прокомментировал нападение вооруженного мужчины в Ницце. По словам Пескова, в городе произошла абсолютно ужасающая трагедия. Напомним, мужчина с ножом утром 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам. По информации СМИ, жертвами нападавшего стали 3 человека. Мэр города уже назвал происшествие терактом.